найденный очень впечатляет. Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Смею, скажу больше. Только так теперь с тобой я и буду разговаривать. Поставлять мне по 50 ящиков своего дивного мороженого. Им я буду травить тараканов. Два раза в неделю ты лично мне будешь убирать и готовить. И последнее. Обращаться ко мне будешь не иначе, как господин. Хотя нет, ваше превосходительство. Это фамильная наглость. Да я тебя сейчас в сосульку приношу. Что? Убери! Что это? Это волшебное бюро? Или чудо-птицы? Откуда оно у тебя? Убери его! Оттуда, где его уже нет. Значит так. Завтра приходишь со шваброй. Будешь полы мыть. Если не сделаешь, как сказал, пеняй на себе. Ну вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Позвольте откланяться, ваше снежное величество. Знаете ли, дела и тоже куча, и не одна. Ваше Величество, кто здесь? Я вам принес мороженое, последняя разработка. Ну, давай хоть я попробую. Фу, какая гадость. Что за день-то такой? Одни бездари вокруг. Тролль, будь он неладен, выиграл все-таки волшебное перо. И теперь намерен править миром. Тролль? Я, великая снежная королева, буду обыкновенной уборщицей. Нового года не будет. Ты что, глухой? Я тебе говорю, все мы будем служить троллю. Зайку, попугайку и ледышку закрыть в холодильник.
моего мороженого. Но знай, если оно мне не понравится, то не только тебе, но и вам всем не избежать жестокой участи. Шедеврально! Оно великолепно! Я никогда в жизни не пробовала такого вкусного мороженого! Ой! Ой! Открой мне свой секрет, Снежок! Да никакого тут секрета нет! Я просто делаю его сладким! Так просто? Отныне и навсегда я назначаю тебя директором моей фабрики мороженого! А их отпустите! Всех отпустите! Слушай, Снежок, а тебе не все ли равно, что будет с этой ледышкой, зайкой, нахальным попугаем, а? Все равно! Это как? Все равно это значит, беспокоиться не надо, если кто себе. Вперед, друзья, в логово!